Всем привет! Вы на канале Антан Крым. И с вами Андрей и Татьяна. Сегодня мы проведем небольшой обзор мини-отеля в Судаке Хуторок, который находится в районе Ачиклар по улице Мастеров 16. Путь к пляжу от отеля по прямой грунтовой дороге займет у вас около 18-20 минут пешим шагом через район аквапарка. По дороге к морю будет много торговых точек, кафе и столовых. Выход на бесплатные пляжи с кварцевым песком. Также возле пляжа есть курортный рынок и вся основная инфраструктура. Конечно же, Судакский аквапарк. Отель «Хуторок» преимущественно рассчитан на проживание с семьей. На территории есть бассейн с детской зоной, где могут купаться даже самые маленькие дети. Возле бассейна есть зоны отдыха и лежаки. Вся территория отеля утопает в зелени и создает особую атмосферу оазиса, которая так приятна в летний зной. Друзья, если вы хотите еще больше увидеть обзоров жилья, подписывайтесь на наш канал. Все номера отеля «Хуторок» выполнены из экологически чистых материалов. В каждом номере есть холодильник, кондиционер, телевизор, мини-кухня, санузел. Полный набор всего необходимого для отдыха в Крыму. Ну и конечно, интернет работает на всей территории отеля. Почти возле каждого номера есть свой отдельный балкон, где будет приятно посидеть после жаркого летнего дня со своей семьей. И конечно же, насладиться бокальчиком настоящего крымского вина. Цены в мини-отеле «Хуторок» сейчас появятся на экране. Жми на паузу и смотри стоимость на свой период отдыха. Кстати, цены актуальны на сезон 2019 года. Ну а для ваших детей дополнительно в отеле есть батут на открытом воздухе и детская игровая комната с настольными играми. А для взрослых бильярд и зона отдыха, которая находится также на втором этаже. К тому же на территории работает кафе, где можно заказать вкусную домашнюю еду. Конечно, не забудьте поставить лайк под этим видео. Друзья, надеемся, вам понравилось наше видео. Поддержите наш канал лайком и подпиской. Это был обзор мини-отеля в Судаке «Хуторок». И с вами были Андрей и Татьяна на канале Антан Крым. Всем пока! Пока-пока!